Кто с утра ничего не ел и до сих пор еще не ел? Вот пришел из магазина и еще даже не поел, Лёля. Я вот это что-то вдруг шла из магазина и подумала, что надо, наверное, обозреть покупочки еды, а то тоже давно не обозревала и как-то разбавить этими покупочками еды впоследствии. Может, чуть раньше, чуть позже обзоры с Абхазии, с деревни и вообще. Ну, человек вообще ждет, я думаю, не только человек один ждет монтаж обзора посылочки. Вот гелик для душа я сегодня уже заюзала. Кремик вчера для ног один заюзала, сегодня другой заюзала, потому что тот, оказывается, можно и утром мазать. И на губах у меня помада от Avon. И пакетик у меня тоже от подписчицы. Короче говоря, вчера мне очень хотелось одну штуку, которую я покупала перед деревней, но не обозревала. Но, скорее всего, я ее показывал в стриме. И у меня она как бы закончилась, но чуть-чуть оставалось к чаю. Я думаю, вот сегодня, вчера приехал, думаю, сегодня схожу в магазин. Ну, пошел дождик, то есть все 5-10, обзор посылки, потом мне надо было к родственникам идти. А от родственников я уже пришла, магазин был закрыт. Ну, вот сейчас я, короче, сходила в магаз. Такая совершенно экономная Лёля. Ну, как обычно, я еще там хотела еще что-то купить, но думаю, если что, возьму потом с собой в деревню. Открыла секрет полишонеля. Короче, на 556 рублей 18 копеек у меня все вышло. Мне тут есть скидочка. Если я вдруг сегодня сподоблюсь еще раз в магнит зайти, то при покупке двух одинаковых батончиков мюсли скидка 50%. Или жевательных резинок Орбит. Ну, жевательными резинками Орбит я не питаюсь, поэтому, может быть, схожу за покупкой батончиков с мюсли, если пойму каких. А еще, если я куплю с 12 по 16 на 1000 рублей, то у меня будет скидка 25%. Я, конечно же, куплю, потому что у меня иногда бывает и на 1000. Поэтому я этот купончик сейчас пока отложу. Ну, и этот заодно. И сейчас я вам обозрю. Я купила себе банан. Там еще всякие фрукты были, но я что-то к фруктам вообще не подошла. Я как-то вот так шла. Оп, думала, банан надо взять и пошла дальше. Банан. Лолита. Банана. Банан. Бананы сейчас у нас по 60 рублей 90 копеек. На 218 грамм он у меня вышел, 13 рублей 28 копеек. Я купила себе вот прям по чеку он снизу идет. Хохланд сыр плавленый чизбургер. Тост 59,90. Был он по скидке. Вот сделаю, ну может сегодня сварю себе макарошек, может бутербродик сваяю. Там на Кукпеде как раз идет какой-то конкурс до конца недели или месяц. Ну, месяц как раз в конце недели будет. И там какой-то типа сделай бутерброд. Я в деревне делала бутерброды, даже фоткала и на камеру их видосила. Ну, на камеру видосила, чтобы запомнить, что я делала. Но, скорее всего, когда я это все смонтирую, там уже будет не в конкурс на этот бутерброд, он-то не суть важно. Потому что все эти их конкурсы только на марафоне вы что-то можете получить, а все остальные конкурсы это, ну, примерно такие же, как на Гринмаме, возможно, и Фраше, и прочих других местах. Короче, я купил себе лаваш, он вчерашний. Там что-то вообще такой горяк, там было три лаваша и какой-то хлебушек, и я не знаю, что-то хлебушек, я как-то даже не особо вникала, один-единственный хлебушка еще не было. Я купил себе лаваш, я вообще планирую своять не сегодня, так может завтра свой хлебушек. Пардон. Вообще, я в 9 встал, выспался. Короче, ну, тесто у меня там, в смысле, сухое есть, дрожжи, я купила пачкой. И вот хочу своять хлебушек из уже готового вот этого всего. И хлебушек, как если бы я делала сама. На тех же дрожжах, которые надо растворять, вот, пачечка. Так, лавашку у нас сейчас 45,90. Так, а это мой кошелек. Я его давно купил. А это сыр перед деревней, он был по скидке, но не такой. А сейчас он снова по скидке, уже при такой. Ну, там, правда, 44 рубля на ценнике было, но пробилось оно у меня 47,30. Тоже, в принципе, как бы не суть важно. Все равно меньше раза в два, чем он стоил. Диогенский молзавод, сыр спагетти, традиционный, вкусно по-домашнему. В составе тут, по-моему, молоко, соль и свертывающая фигня. Сделан он у нас 11 мая и до 11 июля он доживет. У меня он не доживет, я подозреваю. Так, я давно на них смотрела. Еще недели за две до деревни смотрела. Тут что-то решила купить. Просто я посмотрела, эти мидии в масле, рассоле или еще какой-нибудь фигне более какие-то странные. А тут состав вообще
мясо мидий чилийских, соль, поваренная пища и вода. Ну, соль в конце. 36 месяцев живет и сколько-то там после вскрытия. А я правда сначала напрягалась, думаю, вдруг они невкусные, а потом думаю, ну, как бы в масле и в рассоле их съедобно есть. Потом думала, вдруг они в этих створках. Ну, в общем, сварю сегодня макарон. Я вообще сегодня думаю макарон сварить. Что-то так, охота макарон. А я их в итоге купила, и они все еще по этой скидке. Капитан вкусов 59,80. Ну, 59 рублей 80 копеек. Она как вот уже недели три так. Я увидела рыбу. У нее скоро закончится срок годности. Где-то в середине июля. Кета, океан, дальневосточное филе, кусок с кожей. В общем, рыба, соль и какой-то консервант. 150 грамм, 100 рублей. Да, 100 рублей 30 копеек. Это что такое? А, я купила колбасы сырокопченой. Ну, если мне не понравится, то у меня есть кот. Он жрет практически все. А если понравится, то я, может, ее с собой в деревню потом возьму. Она вроде тоже была по скидке 89 рублей 90 копеек, сырокопченая 200 грамм, колбаса юбилейная. Там честно написано гранулы сои, соя и вода. В других местах я посмотрела, тоже соя есть. Так, я купила сразу два. Сейчас он, по-моему, чутка дороже стал, может на десятку. Белла Слада, мягкая карамель, 5% жирности, 400 миллилитров, бочоночек. 69 рублей 90 копеек. Ну, на 139,80 у меня оба вышли. Я что-то взяла и купила сразу два. Думаю, пусть будет. Мало ли про запас. И второй бочоночек. И пишу я сейчас на флешку. Я ее вчера вставляла, чтобы обзор посылки делать. Но забыла совершенно, что надо бы ее... Что у нас была у меня сначала в камере, скорее всего, в фотокамере Sony, и надо было ее сначала отформатировать, а я как-то лоханулась совершенно, ну и меня ее пару минут записала и сказала, не хочу ее есть, иди нафиг. И я ее открываю, она у меня так и отпрыгнула даже, вот прям отторжение такое пошло у камеры, оттуда я что-то ее решила форматнуть сначала на компе, потом форматнула ее здесь, думаю, надо же ее сначала форматнуть. Форматнула, и вот сейчас пишу. Батарейки тут совсем чуть-чуть, но вот тут, оказывается, этих 16 гигов хватает где-то на час с хвостиком записи. Вот такой обзор у меня еды, для тех, кто любит обзоры еды. Всем спасибо, кто осилил до конца. Я сейчас пойду хавать, готовить. У меня там творожок разморозился уже, надеюсь, со вчера. Я его даже в микроволновку совала на 3 минуты. У меня вот сколько микроволновка? Уже лет 10. И я до сих пор еще не в курсе вот это вот одно блюдечко и два блюдечка в разделе разморозки. Что это значит? В общем, всем пока!